Российский конкурс поэтической декламации «Дети читают стихи». Ученица 6 класса Б средней школы номер 90 города Ростова-на-Дону Таранина Елизавета. Николай Заболоцкий, уступи мне скворец уголок. Уступи мне скворец уголок, посели меня в старом скворечнике. Отдаю тебе душу в залог на твои голубые подснежники. И свистит, и бормочет весна, по колено затоплены тополи. Пробуждаются клёны от сна, чтоб как бабочки листья захлопали. И такой на полях кавардак, и такая ручьёв околесица, что попробуй покинуть чердак, сломя голову в рощу не бросится. Начинай, серенаду, скворец, сквозь литавры и бубны истории. Ты наш первый весенний певец из березовой консерватории. Открывай представление, свистун, запрокинься головку розовой, разрывай сияние струн в самом горле у рощи березовой. Повернись к мирозданию лицом, голубые подснежники чествуя, с потерявшим сознание скворцом по весенним полям путешествуя.